штука разогрева. Лего я на ходу буду кушать. Я не могу регнуть. А, я шарал. Типа ударную волну дал, да? Ложку закинул. Да. Удар грома дал, закинул пол ложечки. Ударную волну дал, еще пол ложечки. Так, Гондер, ДД. Пока микро выключу. Он Блять, опять микро выбирает. Сейчас пройдем в два хила, блять, все. Ничего не, мне может ДД нажать. Ебаный, блять. Нажми, давай. Нажми ты ДД, короче, выбери. Он стебется, походу. А он сейчас по-любому нажмет ДД. Вот смотри. Он нажал уже, блядь. Он уже выбрал. Опять регает. Выбери хил ДД. Выбери. Ура! Нихуя. Бля, у меня, короче, крит ошибка. Мы не стартанемся, да, походу? Ждем. Ну, я сколько там настакал? Блять, а чё вы я, это не ринканули-то? Я так и не посмотрел. Как этот лут раздавал. Сколько я там натамажил? Я вроде 25. Не знаю, в последнем трае мало. Да. 25. Это значит около ляма должно быть. Там 1900 может. Слав, у тебя лям 600. О, ну смотри, неплохо уже, да? Я, короче, захожу на X2, и моего паладина просят переименовать. Я не могу выбрать свой старый ник. Меня Подожди, вообще это слышно? какого? Анаконду или Йону? Йону. Мне пришлось удалить анаконду и назвать того паладина анакондой. Ну зачем мне все равно два холипала на X2? Охренеть. И капустки там тоже теперь нет. Потому что ник занят. Так что я не хочу теперь на X2 идти. Все ники у меня поджимали. А чё Лакрим Дис не заходит? Он на тебя обиделся? За что он на меня обидится? Не знаю, за что он. Чё там, кстати, с Бутузом? Я что-то его давно не слышала. Ну, он сейчас в гильдии Fury of the Horde. Здесь? Да, на X4. Я думал, он вообще ушел. А Иррационал, чё там, разбанили его? От этого не знаю. Так, это что у нас? А, заебись. Не поем я тут. Слишком много мобов. Войт, ну ты готовься, я там это собираю много. Понятно. ШВ уже пошло. Да просто я каски-то не дал. Да хуй с ними касками, это хиль главное. Я дала барабану. Юю, на тебе бдилку, что ли? Ты как-то много бьешь. 7,5, блять, пацан разогнал. Mm-hmm.
Че, сейчас пару инстов пройдем, да, я не знаю, можно, в принципе, это на остров уже выдвигаться. Да-да, надо уже потихоньку. Ну, давай хотя бы 3-4 пройдем. Просто репутация вообще очень сильно нужна. Надо как можно быстрее добить ее. Ладно. Капец, один телефон усажен, блядь, второй телефон тоже уже почти все. Бэн. У тебя же там провод есть от компьютера. Да поставил. Ставил на провод. Я не знаю, кстати, Зай, как ты думаешь, что идти завтра нам по десяткам? А, подожди, завтра же 25-ки. Бля, и в субботу 25-ки. А когда мы пойдем в десятки? Надо подумать. Не знаю. Ну, понедельник, наверное. Ну да, скорее всего, на той неделе уже. Юя, ты Чем он? фармишь себе шею? Если фармишь, то сколько ты в день делаешь квест? Какой он ты делаешь? Что мгновенно? Мгновенная флешка, она при каком? От шока небес прокает. Если шок кританет, да? Да. Да. Дает 100%. Не знаю, у тебя лагает жутко. Ну извините. Нет, тебе прощения. Божественное, по-моему, называется скилл. Кто-то не вешается. Бля, вот только хотел ложку взять, нахуй. Нет, блядь, ей надо было лужу под меня кинуть. Вырублю микро пока. Заклинание.
Нормальная будет у тебя трение с меткостью на холи пау. Влад, а сегодня фьюжи был, нет? Не, фьюджа не было. Да, походу, отсыпается. Сладитесь этим моментом вместе со мной. Скоро мне все станет. Сука, ебучие тараканы. Дим, привыкай, вот по будням она теперь чаще будет здесь разговаривать. Не буду я разговаривать с вами. Приоритетность работ по анализу исторических архивов понижена. В смысле, комп отобрала? Это у меня комп отобрали. Значит, играем по-крупному, а? Да, она просто это уехала от меня, съехала, говорит, все, короче, противно, ты уезжаешь. Там меня все ждут, меня все любят. Ну так вот, Димка. Еще пару минут, и я... Да, накосячил. Домой после работы идти не хотел. Говорил, не пойду. Буду работать. Знаешь, как на украинском пока? Вот так же, как ты написал. Бувае. Ну, только в конце вместо Е. Е. Бувай. Хватит на своем китайском разговаривать. Ой, кто бы говорил. Не до подачения, а до побачения. Что это?
До Это до свидания. свидания. Ну, свидание на украинском это побачення. Ой. Бабулька. А барабуля? А что такое барабуля? Картошка на западенщине. Ну, запад он своим украинским живет. У них суржик с смесь там македонского, блядь, украинского, еще там какого-то непонятного, блядь, румынского. И вот у них картошка это не картопля, а барабуля. Да, зажигалка это правда с полохуйка. На этот арбуз как? Арбуз, гарбуз, так и идет, только через Г. Гарбуз. А дыня, дыня, кавун? А не, пожди, наоборот, по-моему. Нет, гарбуз это тыква. А кавун это как раз таки арбуз. Вот лол, да? А дыня, блядь, я не помню, как дыня. Ну, у меня был больше профессиональный украинский, а не по поводу там продуктов. Я, в принципе, могу вам и тактики, блядь, на украинском рассказывать. Правда, тогда точно никто никого не поймет. Можно, не надо. Там будет только понимать, когда пойдут маты, вот тогда будет понимать. И, а, о, знакомые слова, знакомые слова. Ты Каноба знаешь? Да, знаю, конечно. Ну, блядь, все знают, походу. Кого? Ну, это Сыркуля, ты его не знаешь, знаешь, извини. Ну, я-то не так стара, конечно. Иван Канобыч. Он же Ваня, по-моему, да? На память не подводит еще пока что. Бля, я помню, как я с ним пошел один раз в РС-25. Ебать, вот. В ухо. Так где он, рэп читал? Да нет, там рэпа не было просто, он, блядь, кипел там. И, блядь, не каждую секунду, нахуй. Ну, в принципе, это в его стиле, как бы, все нормально. Бля, мне, короче, надо будет после этого инста товара сумки почистить. У меня пиздец какой-то в сумках. Слотов вообще нет свободных. А ты с этим, с Марк Аврелием когда-нибудь ходил? Ну, это тебе повезло. А этого Колю Телми помнишь? Ник помню, но не хотел. Ну, гильдия КДР, код доступа рай. А, ну гильдию тоже помню. Да. Хорошая гильда была, и Коля сам по себе такой, типа, очень хороший был. Мне нравилось с ним ходить там иногда. Когда у меня с моими уже все КД было, я обычно с ним затесывался кем-нибудь за компанию. У них сначала КДР была, а потом они же, по-моему, пересоздали гильдию. Коля ушел, в итоге создали там, типы с его гильдии, создали другую. Потом Коля, блядь, опять вернулся. Короче, Коля такой тоже был. Странненький типочек, кто приходит, то возвращается. Молча ушел, молча пришел. Бля, кого бы еще такого вспомнить? Бля, даже не знаю, кого бы еще такого вспомнить. Именитую личность. Да я там помню людей. 2010-го важно.
Да я тоже помню. Я просто... Вон, вот эту треньку уж возьми себе. Да. Ничего не измените! О, неужели латы на меня, да? Сейчас, ребят, я Даларан почищу сумки. Будет невыносимо, я заклебусь так бегать. Так, что можно выкинуть? Юя, ты не хочешь ночнорожденного сделать? Не хочет он ночнорожденного делать. Ты спрашивал, что ли, уже? Я просто знаю, что для него, если делать дольше, там, блядь, я не знаю, месяца, все, значит лень. Ну ты ж фармишь себе шею. Вон, по 15 квестов в день, а там-то всего, блин, 3 квеста сейчас. Нихера себе. Мы вчера ночью тоже быстро сделали. Да, да и походу полетку мы тоже быстро сделали. Да, мы со второго круга полетку закрылись вчера. Да, походу люди просто этот время теперь нормально определяют для себя, когда им фармить, и уже проще ходить. Вы мне расскажите про священный щит. Не как вешаешь как... на танка постоянно. Нужно, если ты через хилбот играешь, то забей его в хилбот, как и частицу света. Частица Он света через и воду хилбот. Играет. Ну, неважно. Частица света и священный щит постоянно должна быть на танке, если это не протопал. Потому что если это протопал, то он вешает свой, и у него он больше абсорбит. То в таком случае лучше там на какого-нибудь либо другого танка, либо милика, либо на себя. Если по Все, тебе я сильный урон, рега, то на ребят. Себя. Священный щит, вообще, если Холи Паладин не юзает его на танка, то это не Холи Паладин. Это херня какая-то. Я понял.